Я совершенно недавно пересматривала этот фильм и была поражена тому, что он... Вот мы казахи, казахстанцы, может быть, несколько недооцениваем своих мастеров и немножко пренебрежительно относимся к своему кино. Так было и тогда, так было, так есть и сегодня, к сожалению. А ведь там была колоссальная попытка в фильме «Алдар Косе» показать устную певческую музыкальную традицию, это традицию сал и серов. «Эй, люди, скорее сюда, продаю баранов недорого. Нигде таких не найдете, хоть целый свет обойдете».